К другим темам. Государственный советник Ерлан Карин провел заседание Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО. Встреча, посвященная 30-летию этой структуры, была организована в Алматы. В заседании приняли участие постоянные члены комиссии. Как известно, в нее входят вице-министры заинтересованных госорганов, видные отечественные деятели образования, науки и культуры. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы деятельности комиссии. При этом особое внимание уделено проблеме сохранности объектов ЮНЕСКО на территории Казахстана. Как подчеркнул Ерлан Карин, наша страна придает большое значение всестороннему развитию международного сотрудничества в области науки, культуры и образования. Он обратил внимание на необходимость максимального использования возможностей, которые Казахстан получает благодаря членству в организации. Подводя итоги работы за прошедший год, государственный советник отметил конкретные результаты работы комиссии. У нас ведется учет внесения заявок в календарь памятных дат ЮНЕСКО. К примеру, в прошлом году мы отметили 150-летие общественного деятеля Ахмета Бай Турсунулы, а также эстрадной певицы Розы Баглановой. Мы разрабатываем дальнейшие наши заявки по внесению во все списки ЮНЕСКО в разных областях деятельности и надеемся на поддержку организации по нашим номинациям.